Всем привет! С вами я, Наталья Гудкова. И сегодня я хочу затронуть тему «Люди, рожденные в определенный день», то есть от 1 до 31 числа. Ведь самое большое число месяцев – это 31. Итак, начнем курс таких маленьких, да, лекций. Итак, люди, рождены 1 числа любого месяца, это люди-целители, да, в их энергетике заложена мистика, да, глубина. Такие люди нацелены незаурядными способностями. Цифра 1 – это лидер, организатор, да, первооткрыватель. То есть для них очень важна личная реализация. Также они новаторы в чем-то, первопроходцы, да, они способны также зажечь своими идеями другого человека и повести его за собой. Также можно сказать, что люди, рожденные 1 числа любого месяца, к ним присуща авантюра, также изобретательность, да, каких-то действий. Также они стремятся выделиться из группы. Также они начинают свой легкий новый путь, свои новые проекты, запускают их и делятся опытом, и делятся знаниями. С энергиями числа 1 он считается как маг, волшебник, да? Людям часто приходится быть самостоятельным, да, и самостоятельно пробивать себе дорогу, в том числе окружая и заражая других людей и ведя за собой. Они не терпят авторитарного давления под чьим-то руководством. Им не свойство идти в какую-то команду. Они хотят все сами организовывать, да, и проявить свои лидерские, да, таланты. Свобода. Вот это главное слово «свобода» – это люди, рожденные 1 числа любого месяца. Они любят путешествовать, они любят что-то первооткрывать. Им гораздо сложнее находиться в ситуации застоя, в рутинной работе, да, чем в лучине разнообразных событий, что дает нам жизнь. Такие люди, как правило, они вдохновляют других людей и ведут за собой. Это число было 1. Это кто родился 1 числа любого месяца. Ну а мы с вами двигаемся к цифре 2.